Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я представляю вам нового участника Андрей Плехов. Поздоровайся. Привет. И мы возрождаем рубрику Майнкрафт прохождение карт. Я когда-то давным-давно снимал несколько карт, которые сам, собственно говоря, находил. The Dropper 2 начал там снимать, одну серию снял, забросил. Надо бы продолжить, наверное. Ну вот мне Игорь Че, которого вы знаете по моду на КДСЕДА, скинул карту на прохождение, и мы решили вместе пройти ее. Давайте в сундуке... Это карта на двоих, но можно и одному проходить. Макс, наверх поднимись, нажми кнопку. Сейчас. Надо прочитать книги сначала. Так, правило. Не ломать блоки, не ставить блоки, читы использовать при случаях... Каких случаях? Что дальше не написано? При случаях необходимости, наверное. При случаях бадхертов и так далее. Играть на легкой сложности. Карта до двух игроков. Карта для версий начинает 1.7.10. Можно ломать черную шерсть. Хорошо. Так, сложность легкая, все нормально. Да. Погоди, сюжет, следующая книга. Меня зовут Джеймс, мне 30 лет, я житель города. Вчера пытался украсть алмазы, пробрался в банк, меня выгнали. Сегодня ко мне заехали домой, забрали в тюрьму на год в деревню. Что делать? Сидеть, наверное? Пойду тогда спать в камере. Что ж так, ну что ж, и я иду спать в камере. А книга у меня. Вот, пожалуйста, берите свою форму, ваша камера на последнем этаже. А, вот, я как раз таки сюда зашел. Почему здесь одна кровать? Нас же двое вообще-то. А ладно, неважно. Тебе книгу скинуть, почитать? Да, скидывай давай. Чё это? Эх, зря я только пытался украсть такой клад. Ладно, буду спать. А, это мы во сне, получается. Сейчас. Слушай, раз уж вот там, в том месте стояла кровать, может быть, это значит, что надо было сохраниться? Я спаунпоинт поставлю, наверное, тут. Ладно. Опа. А ты уже пошел проходить. Ну, кратко. Да. Ой, я забыл костюм надеть. И это. Ау. Че такое? Здесь зомби будут, если проходить на этот крючок. Выгрузить, может, или оставить? Ой. Сейчас посмотрим. Да не. Да и выгружать не надо. Тут меч лежит. Погнали, ладно. Опа. Да, здоровьишка у меня уже мало. Чё тут? Что-то открылось, нет? По-моему. Да. То, ну, там. Здесь и так тут нет. Ну там, получается, только остается. Аккуратнее. Ой, сорян, а ко мне тоже пришел один. Только он в лаву не собирается идти. А, вот тут в начале открылся проход, вот здесь. Ага, сейчас иду. Давай. Ай, блин, горю. Блин, игровое правило не прописали. Давай, телепешкайся ко мне, блин. Пропиши игровое правило, чтобы мы не сгорали. Чтобы вечность не выпадали. Он сказал... Ну хорошо, ладно, напишу, давай. А где мои эти вещи? Конечно, так они пропали, я не вел еще то правило. Нет, они не пропали. Ладно. Хоть что-то у нас уже есть. А, вот где открылось. Все сделал. А, игровое правило keep inventory не до... Инвентори. Я же... А почему написано недоступно? Я разве неправильно ввел это? Нет. Туалет. Опа, погнали. И в какой идти? Значит, не туда. Хорошо, спасибо за тестирование, я иду направо. Ты, наверное, сейчас тоже... Да, правый, надо на правый, да. Отлично, нам надо на правый. Здесь две кровати, значит, надо поставить ночь и поспать здесь. Окей. Окей, погнали.
Ты где? А. Давай. На правый вот туалет надо. Что, меня не видно, что ли? А ты возле кровати сейчас стоишь? Вот он я. Тебя опять не видно, перезаходи давай. Ёлки-палки. В чём проблема, я не знаю. Что-то вот ты пропал опять. Второй раз уже. Во, другое дело, давай спать. Погоди, иди спать, иди давай. Кстати, если такая тема вам зайдет, можете присылать свои карты. Может быть, я или мы пройдем их. Так, мы поспали, значит... А вот и паркурчик пошел у нас. Ага. Во-во. Вот и... Давай, ты первый. Ну чё, даже до первой не допрыгнул, что ли? Да. Да блин, да... До второй-то уже труднее. Давай. С как он ты их делал, а? Чё, кто первый, я или ты? Давай. Разгончик брать надо. Во! Перелетел, так сказать. Ладно, ещё раз. Попробуй ты. Да, я... До второго допройти. Хотя бы. Да блин! Не знаю, мне получилось, только я на третьем не смог. Ой. Опа, получилось. Ой, опа. Тихо. Давай. Ёлки-палки, там дальше пошло извращение. Ох, ё-моё. Походу нам друг друга ТП-шкаться придется. Так, ну короче, кто первый дойдет, тот... Да блин, я вообще не прыгнул. О, я смог. О, у меня получается, Макс. Но, да ёп... Это ненадолго, походу. Опа. Давай, оба, четко. Давай, я болею за тебя, давай. Ты тоже давай что-то делай. Сейчас. Опа. Хоть я в этом не сильно... А, да ё-моё! Вот это будет весело. Макс, а вот сейчас будет весело. Я не умею такое проходить. А я такое проходил. А я не умею такие столбы проходить. Мне влево или вправо идти? Нет, видимо, вот туда вот надо. Нет. Ну давай, давай, попробуй. А, и там тоже нет такого. А, нет. Где-то лестница должна быть у меня. Ну, да? Ну, по идее, да, там должна быть лестница. Блин, у меня не получается туда сейчас пройти. Окей, сейчас попробую. Там надо прыгнуть аккуратно. Я не знаю. Я не знаю, как это сделать. Ладно, я попробую идти туда, если я смогу туда добраться вообще. Да блин, я до второй допрыгнуть до сих пор не могу. Да блин. Интересно, сколько эта карта затянется у нас с тобой сегодня? Я думаю, что не сильно много. Оп, тихо. У меня получается, погоди, я тут в подвешенном состоянии пребываю. О, наконец-то допрыгнул до второй. Давай, Ну что ты будешь делать? Да, не так-то просто, да? Ладно, я попробую... О, вот этот, по-моему, далековато стоит. Там все дальше легко становится. Не знаю, я не допрыгнул до одной из них. Вот до этой. Я смогу допрыгнуть сейчас? Макс, там легко допрыгнуть. Да блин. Шифтом пользуйся, пожалуйста. Так я так и делаю, но что-то не сильно-то помогает мне. Ёлки-палки. Блин, я даже не прыгнул. А, понимаем. Боже ты мой, давай. Блин, я с тобой... соскользнул. Блин, там мы мечи с тобой потеряли внизу. Да, меч, мне кажется, не пригодится нам пока. О, получилось. Да что ж такое, а? Опять. Бери разбег, как я. Пошли. Так я пытаюсь, но что-то не очень-то получается. Давай. О, у тебя получается, у меня почему-то нет. Блин. Ага. Вот до того места у меня как раз и получается. Дальше я не могу.
Боже мой, надоело это все. Я тпшкусь к тебе. Давай. Отлично. Вот здесь. Ладно, давай я попробую. Давай. Ой-ой-ой-ой. Неплохо получается. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А-а-а! Жалко. Вы слабое звено, вы покидаете на... Еще раз. Да ты еще более... Блин, тут облако мешает. Чем? Немного загораживает вид. А, у меня облака отключены просто. Ай, да блин. Это раздражает, честно. Ладно, не, у меня более-менее получается вот такие проходить места. Я попробую... Да блин! Раньше же как-то получалось же более-менее. Почему сейчас так тяжело становится? Я зомби слышу, кстати, постоянно. И маленькие... Я тоже слышу. Там и маленькие зомби есть. Я допрыгнул. Давай, ты пашкайся ко мне. А, ты... А, ты... Сейчас капс подожму. Ага, готово. Теперь. Так, Макс, чё? Вот теперь немного. Куда? А, что ли дальше-то? А, понял. Сейчас. Давай ты. Фух. Давай, телепортируйся. Теперь я. Теперь я попробую. Только телепортируйся сначала. То есть, сначала ты пешнусь. А? Так, давай чуть-чуть. Прыгай. Только вот я из... О, нормально получилось. Блин. Опа. Оп, тихо. Ты не говори, что ты прыгнул. Я прыгнул. А, ты пропрыгал это место? Да. Так, кто тебе, кто дальше идет? Ну давай, я попробую. Давай. Блин, эти зомби уже надоели, да. Честно. Дальше будет максимум серия. Да? Похоже мы... А, если что, один из нас будет ТП-шник. Да, или спаун-поинт поставил. Макс, давай допрыгивай там такое? Ты. Ладно, сейчас. Там? Ладно, стой мы здесь. Сели. Ладно, стой тут. А-а-а! Надо спаун-поинт, походу, ставить. Ставь. Ладно, стой здесь, я... Я прыгну сюда. О, нифига. Там зомби только что. Я поставил точку возрождения, ага, мою вот сюда. Давай, телепортируйся. Сейчас. Так. А, теперь я пробую прыгать. А, блин, я соскользнул. А, зомби выпадают, прикол. Ага, я тоже это заметил. Давай, теперь ты так, прыгай. Давай. Опа. А у меня неплохо получается паркур карты. Да блин! Чё? Я упал. Опа. А, если Варик, конечно, прыгнет на это здание, непонятно. А, кстати, почему бы нет, давай. Почему у меня из песчаника было просто... Ну все. Так, ну куда дальше? А, не знаю, куда дальше. Нет, а там так, там начинается. А, вот кнопка наверху. А как туда попасть нам? А, блин, как мне теперь туда попасть? А как туда спрыгнуть? Я не знаю, я даже кнопку не нажимал, ты нажал. Ну давай, ты пошли ко мне тогда. Сейчас я тогда попробую по-другому просто делать. Нет. Сейчас я хочу попробовать по-честному. Ну ладно, давай. Как Опа. Лучше. Ладно, так, я пока открою сундук, посмотрю, что внутри. Лестница и книга. Ай, блин! Мда, книга называется. О, что мне приснилось. Ладно, больше не хочу сидеть в тюрьме. Надо сваливать. Только вот как? О, тут есть дырка. У меня есть лестница, я могу убежать. Там дырка. Чувак, я тебя опять не вижу. Опять?
Да, Сейчас опять перезайду. а я спаун поставлю здесь, потому что тут кровать стоит. А, погоди, я же могу ночь поставить. А, с другой стороны, ты же не ляжешь. Да, Меня видно, нет? все видно, тебя видно. Все, встал. Ага. Окей. Что такое? Меня из дома выкинуло просто в этом лес. А, ты за картой оказался. Нет, Нет, да. я поставлю день все-таки, потому что это надо было днем делать. Так, Ладно. лестницу я ставлю сюда, прыгаю из окна. А, все, окей, погнали. Че, куда дальше пойдем? Кто-то тут. Че тут? Найди рычаг. А, найти А, рычаг вот надо. он. Вот он. Я нашел его. Куда его установить надо? Вот сюда, наверное. Так, Макс. Ох, ё-моё. А, я так понимаю, что это типа голова его. Ага. Здесь книга, в ней написано все мои секреты, есть в колодце, все, прощайте. Пошли колодец А, то есть искать. он самоубился, что ли? Походу. Вот он колодец, погоди, Макс. А зачем он самоубился? Сказал, все мои секреты в колодце. Ну ладно, давай в колодец. Ага, здесь дальше путь, пошли. Погнали. Надо же, секретный подземный ход в колодце. Это мне нравится. Так, Так, проходи закрытая осторожно, дверь, значит, надо найти что-то. Иначе тут все Что взлетит тут? на воздух. Проходи осторожно, и тут все взлетит на воздух. Тут плита, и сейчас Ой. рванет, наверное, если надо же наступить на нее. Прав... Так, так, вот. Или... Макс, давай ты вперед, я Хорошо, тебе это давай. доверяю. Ну ты... А, ну там-то пофигу, Макс. Там упало что вниз. Че, открой сундучок? Там рычаг от той двери, походу. Окей, ты пошли ко мне. Не знаю, а может я тут так проберусь? Да? Погнали дальше. Убитый коп. А. Может, кстати, нажимную плиту поставить сюда, которая выпала там. А, Так, а что тут... будет, если нажимать? А, А, Макс. походу... Стой, короче, на этой. На плиту На... нажми. Получается, одному надо на плите стоять, а второму прыгать. А второму плавать в лаве надо. Сейчас я обратно к тебе прибегу, Макс. Погоди. Сейчас буду. Все, я на подходе, Макс. Че, давай, ты Да, пробуй. теперь я прыгаю. Блин. Че, промахнулся сильно? Ага. Еще раз прыгать? Или ты Ну прыгаешь? давай. Да блин. Так. Хорошо, теперь ты прыгай. Тогда стой как-то на нажимной плите, Макс, ближе к стенке. Ладно, учту. Ой, капец какой-то, если честно. Ну это весело, мне кажется. Да. Ну, вообще, я вхожу во вкус. Мне, в принципе, нравятся карты. Так, окей. Готов? Да, давай. Ай! Не готов. Ну, прям как, ну, как я прям. Я также во второй раз даже не допрыгнул до нее. Давай, иди Сейчас сюда, тогда. теперь я опять А, прыгать буду. то есть прыжок на сундуки, то есть не отнимать. Больно. Так, все, погнали дальше. Не закрывай дверь. Все, давай я стою здесь. Прыгай. Окей. Есть, все, давай ко мне. Телепортируйся. Окей. Так, отходи. Так, это что? Ой, Макс, ну ты молодец нафиг. Ну а что делать-то надо было тут? По-моему, больше ничего тут не надо было делать. А, молодец, так, еще здесь. застроил. Опа, здесь броня. Броня? Это... Да. Отлично, Окей. видимо, нас бой ждет какой-то. Так, Сейчас золотое узнаем. яблоко не просто так нам дали, я думаю. Я удобную раскладку несу. Вау, блин! Как че ты их, вас тут много, заразы. Так, я лучше начну это аккуратнее, лучше нажму. Вставай, рычаг, Макс. Рычаг, давай ставь.
Разгружу. Значение паучий глаз и... Сейчас, погнали. Плоти, вот эта фигня. Так, может быть, вниз надо? Давай вниз посмотрим. На то. Да, второй уровень уже. Опыт. Так, здесь типа кровь, это фигня, да? Так, паутины везде. А, убитый зомби, зашибись. Был убитый коп, теперь убитый зомби. Нам туда надо? Не знаю. Есть указатели? Опа. Так, рычаг, Макс. Так, туда мы не попадем. Нам надо туда. Ага, Макс. А там, стой, Макс, а там вода. Стекло. Я так понимаю, в воду прыгать надо. Там вода под стеклом. Там вода под стеклом. Нет, она на стекле. Блин, вообще чернота тут. Погнали. Мы пошли в черноту. Влево или вправо? Ладно. Это лабиринт. Это лабиринт, походу. Так, тупик, погоди. О, я нашел сундук с красным факелом. Куда красный факел ставить? О, это от выхода, наверное. А красный факел ты куда ставить? Ну, тут где-то выход. Должен быть. Ладно, дверь какая-то. Куда-то выходишь. Где-то, видимо, есть она. Какой-то механизм. Нас куда ведет? Нет, видимо. Не то. Надо мыслить нестандартно, Макс. Тупик тоже. И здесь тупик. О, я нашел выход. Где? Ну тут где-то. Где-то? Во-во-во, ты только что пробежал мимо. Сейчас, погоди. Давай вот сюда. Ага, сюда, дальше. Ставь факел красный сюда, открывай дверь. Ага, так, Макс, это... поедем. Вагонетки, все, погнали. Давай, едь быстрее. Так, окей. Блин, я плохо застреваю все время. Такс. Ну все. Shift вроде, да, спишь? Да, shift. Интересно, какой мы высота? Высота, высота. Да, здесь у нас чернота. Сейчас на второй высоте стоим. Здесь просто чернота дальше идет. Свет в конце туннеля, надеюсь, будет. А-оу, Макс. Чё, там опасность какая-то? Тип того. Ого, нифига себе. Это нам столько прыгать надо? Нет, слушай, я спаунпоинт тут ставлю. Точку возрождения ставь. Да, ставлю сейчас. Тут это обязательно прям надо делать. Чё, погнали? Ладно, теперь я пробую прыгать. Давай. Только... Не, так, а ты где? Я тебя опять что ли не вижу? Опять? Да пипец какой-то. Да что ты будешь делать? Как так-то? Почему? Чё за баги-то, а? Почему-то, когда ты когда ты у меня телепортируешься на глазах, тогда я тебя вижу. А когда не на глазах, то почему-то ты пропадаешь. Ладно, теперь я прыгаю. Так, допрыгнул. Допрыгнул. Я надеюсь, тут чекпоинты какие-нибудь будут. Не знаю. Отлично, так, пока опа, не... Опа. Что-то тпшкаться будешь? Или нет, пока? Ты пока прыгай повыше. Хорошо. Хотя стой, снижно. Ага, так, скачи дальше. Так, тут две. Тут две кровати, значит, это чекпоинт. Ай! Окей. Давай, тпшкайся ко мне, спать будем. Ты, наверное, догадываешься, что я вижу сейчас перед собой? Не знаю. Ничего. Погоди, я не тпхнулся пока еще. Не тпшнулся? Давай. А сейчас видно меня? Нет, не видно.
Когда ты тпшкаешься, у меня не на глазах, тогда ты пропадаешь почему-то. Давай дальше это. Ладно, давай просто ложись спать, все. Ладно, сейчас. А меня-то видно, да? А, ну хотя ты меня бьешь, значит видно. О, поспали, отлично. Точка возрождения, значит, поставлена. Ура, наконец-то в GTA Online добавят этот Кадиллак. Кадиллак? Вместе с Таха. Который Кадиллак из Play огромный. А, ну да, я помню был. О, погоди, теперь я тебя вижу. Ладно. Даже перезаходить не пришлось. Да. А ты упал, что ли? А, да, ты упал. Я уже думал, на глазах у меня пропал. Криворукость наша все. Пока все идет вроде неплохо. Мы неплохо так. Пока все идет плохо. Вот эти вот заборчики меня что-то напрягают. Какие заборчики? Вон заборчики, по ним прыгать надо будет. Заборчики? Я не умею по ним прыгать, а ты? А я не знаю. Ладно, попробую прыгнуть. Почти. У меня ж почти получилось сейчас. А, блин. Окей. Ёлки-палки. А, это еще и дави. Это сюда небо, что ли, стоит? Ого, ничего себе, это нам так далеко надо. Да, это нам надо быть так далеко. Ну что-то. Что-то тут подзаморочился, прям автор. Заткнись. Че у тебя там происходит, блин? Да блин. Угадай, кто. Да, угадай, сестра твоя там, да? Да. О, а смотри, опять надо вот здесь прыгать. Да, стоп, Макс. Ой, блин, а. Так каторга. Я, наверное, буду это делать. Хорош, хорош. Я прыгаю сюда, и давай теперь ко мне. Давай ко мне. Телепортируйся. Готово. Что, может, ты теперь прыгать будешь? Так, сейчас я попробую это сделать. Ёлки-палки, он с каким-то прям... Стоп, погоди. Клавишу нажал случайно. Shift. Ага, все, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Эть. А, фух, ровненько. Так, сейчас разбег. Еще. Фух, ура. Давай. Фу, у меня пока получается, Макс. Давай. Эть. А. Так, ага. Теперь надо наверх запрыгнуть, да? Угу. Опа! А, там лестница? Да, там лестница. Погнали дальше. О, а теперь, наверное, остановись. Остановись. Молодец. Давай. Молодец. Чё, кто на забор идёт? А давай я попробую. Ладно, давай. Я сказал, я попробую. Ну, я знаю, ну, давай. Хорошо, давай. Телепортируйся ко мне. А, ты жив? Нет, мертв. Макс, так. Да, это будет непросто. Стоп, блин. Ты понимаешь, что здесь это... Прикол в том, что это как полблока еще сверху считаешь, Макс. Да. Да, блин. О, как я вовремя к тебе тпшнулся. Попробуй ты перепрыгнуть, что ли. Сейчас погоди, только на место туда тпхну. Давай. Давай ты пробуй. Так, вот если я... Да я толкнул себя своей задницей немножко, походу, нет, вниз. Я просто чуть-чуть назад ходил. Да, я думал, я тебя толкнул. Давай. Ты меня не мог бы толкнуть. Давай, все. Надо шифтить здесь. Да что ж ты... Да... Что-то какой-то заборчик этот. Мне интересно, ты сам-то он, этот автор, проходил, нет как? Ну, наверное, там, не знаю, проходил, может быть. Да, блин, это длинная прыжка не хватает туда. А, шикарно, блин. Там теперь туда... Обратно. Эх, блин, да. Блин, я не хочу туда карабкаться, давай сделаем так. Небесную силу используем. Небесная сила. Меня ты пошли на забор, пожалуйста. Ну ты, да, ну ты сам тпшкайся давай. Ай. Чё, ты не можешь, что ли? Всё вечно сам. А почему за тебя кто-то что-то должен делать? Я тут тоже сам делаю. Смотрю, да?
Так, я тебе, да? Блин! Так, у них же текстура маленькая, ты шо, Макс? Не так-то просто, да? Стоять смирно. Стоять смирно. Да, стою, блин. А, давай, скачи, мой поник, как говорится. Ай, еще раз. Ой-ой-ой, блин! Почти, я в тебя верил. Ничего, тут, по крайней мере, легче, чем до первой допрыгивать. Пипец. Ладно. Вот просто кто-нибудь поставил туда, нет, точку возрождения. Точка возрождения, ладно, поставлю сейчас. Спаунпоинт. А, Макс, ставлю это, здесь. Абай, это в сторону немного. Блин, когда эта карта кончится, а? А вдруг она только начинается? Ты хоть до конца-то ее проходить пытался? Нет, они. Я вообще не пытался ее проходить. Я первый раз ее запускаю. А, ну, отлично. Блин! А, ты меня еще и толкнул туда. Ведь. Да. Хорошо, что тут точка... А-а-а, блин! Было бы проще вниз бы прыгать, мне кажется, не вверх. Да, блин. А почему я в первый раз вообще не ударился там? 30 минут, 31 минута уже прошла. Ёлы-палы, чем мы занимаемся? Взрослые люди, а страдания фигнёй. Пошли на завод работать. О, я здесь. Макс, ну-ка, аккуратно. Во. О, там кровати. Где? Вон там кровати, вон там. Значит, там чекпоинт надо сделать. Ура, фух, получилось. А, вот это дальше. Здесь хоть попроще скакать по ним. По цельным блокам. А нет. Странно, я допрыгнул. Телепортируйся. Я соскользнул просто из блока. А, ну бывает. Давай. Дрыхнуть надо. Здесь. Отлично, поспали. Пора. Пора выбираться из этой преисподней. Ага. О, блин. А, пол хп осталось. А, у меня три. У меня 4 сердечка только есть. А у меня пол сердечка было. Да, блин, ёлки-палки, да. О, я допрыгнул до этой штуки. Так, сейчас проще сдохну, чтобы это жизнь поместить. Если не получилось, блин, почти что. До угла дойти. У меня же почти получалось. Скользнул с блока тогда. Че, Макс, как у тебя успехи? Да вроде норм. Вроде норм, да, говорит? Идет. О, я хорошо прям прыгаю. Может быть. Может. О, давай тут телепортироваться друг к другу. Во, все, конец. Это конец. Все, паркур пройден. Какая неприятность, а. Что, телепортироваться будешь? Давай, пошли. Что там наверху нас ждет? Блин, лучше бы какие-нибудь головоломки были бы. Это был длинный паркур, и не говорите. Короткий был. Больше нервы. О, опять броня. Опять бой какой-то будет. Окей. Мы вас поняли, учтем. Ну что, ребятки, погнали веселиться? Ага. А куда нам плыть-то? А, понимаем. А. Давай, давай. Оба, всё. Ой. Я развалился. Я тоже. Так, слышь, там зомби. Нас, походу, там жесть ждёт сейчас. Давай, Макс, пролом пошли. Ну, с богом. Ой. Ой, блин, а. Максимум, чтобы опыт здесь на пару минут будет. Тут лестница. О, Макс. Так, где лестница? Давай сюда. И? Походу нам сюда надо. Макс, давай побежали мне. Паук, нет. Пошел нафиг. Не отвлекайся на них. Погнали. О.
Ёлы-палы. А все это? Все что ли? Не знаю. Ура! Я нашел алмазы! Я теперь богат! Крутой меч! Достал. Спасибо за прохождение карты Хитрость. Подпишитесь на канал автора Игорь Че. Легко его найти в поиске. Давайте наберем 350 подписчиков, а потом 400. Да. Кстати, можете при помощи этого меча поубивать мобов, которые здесь. Но меч-то один, а нас двое вообще. Это что за... Что за меч, Макс? Ну тут в сундуке как алмазный... А, я его взял. Дай мне его посмотреть. Ну все, мы прошли. Нет. Карту. О, сколько он урона приносит? Ну давай... А, погоди, дверь-то закрыта. Надо кого-то привлечь сюда. Надо гейммод включить. Гейммод? Погнали. Давай. О, нифига, он нормально так засерит. Ну что ж, мне, лично мне эта карта понравилась. А как тебе? Нормально, пойдет. Да, я ставлю, это хорошая карта, я ставлю ей плюсик. И я предлагаю сейчас поступить как мистик и лагерь. Давай взорвем эту карту. Ага, если бы наши бы железо с тобой бы это еще попадало бы. Да. Ну вот. Отвяньте от меня зомби. Ну вот, блин. Я могу, я закладываю динамит. Окей. Стоп, а мне при... Стоп. Ну ты тоже гейммод давай включай, раскладывай динамит. Окей. Бомбанем эффектненько потом. Сначала вот эту арену бомбанем, потом остальное бомбанем. У меня другая идея появилась. Друг какая? Закладки. Хороший темп бой. Заложение. Пофигу на зомби. Я уже снаружи всю динамитом заложил. Че? БГ. Беги. О да, вот это... Такого мощного взрыва я не ожидал. Только тут куски по-прежнему есть. Еще я должен еще заложить. А нифига там рикошет. Ну бы дрог не взорвется. Да я знаю. На стол зачарования не взорвется. И этот динамит еще не взорвался. Какой? А, вот тот. Он сейчас в воду просто у тебя упадет и все. Да. Так, о, следующее, что у нас? Вот здесь у нас что-то дальше идет. Паркур этот долгий, давай взорвем. Пошла гора. Ты уже бомбанул, что ли? Ой, а тут вода полилась. Да пофигу на воду. Что, где она полилась? А, Макс, а сейчас у тебя ничего не взорвется. Дурацкая вода, ладно. Смотрим, что-то надо найти выход и тут бомбануть тоже. Ох, нифига сколько. О, смотри, лазурит. 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 Кстати, я вспомнил, в правилах было написано, можно ломать черную шерсть. Я нигде что-то черную шерсть не нашел. Я тоже. Ладно, давайте бомбанем вот это. О, сейчас вообще... Че, все, мы прошли карту. Да, сейчас. Так, ладно, железную дорогу взрывать скучно. Бомбанем. Че, все, получается, все. Ясно, сейчас я найду выход, где там еще часть карты была. И бомбануть надо. Лабиринт вот мы не бомбанем, потому что... Ну, в бедроке встроен, я знаю, Макс. Там бедроки, да. Ты лаву еще развел нафиг. Только лавы. Я тебя не могу найти нигде, я хочу наверх выкопать. Я тоже. Боже, выпусти меня наверх, а. Кто-нибудь выпустит меня наверх. Ладно, я тоже пытаюсь наверх идти. А, вот, та самая пещера. Вот этот
Вот это место с убитым зомби, вот это бомбануть надо. Так, ну я даже... И взрываем. О, устроим-ка пожар. Давай. Так, отлично, проход в лабиринт тоже взорван. Так, вот здесь где-то вход. Идем. Блин, я начало хочу найти и взорвать начало. А, вот, вот здесь. Ой, я, кажется, затитанировал его. А, нет, еще не затитанировал. А, вот теперь затитанировал. Блин, у меня аж стол трясется от динамита. Кто трясется? Стол. Каким образом? Не знаю. Вот здесь один динамит был. Не хочешь в GTA сходить поиграть? А у меня моды сейчас стоят, ну могу, конечно, отрубить, попробовать. Там просто эта тачка новая вышла, покатались бы, не знаю, товар можно было покупать. А я, ну не знаю, может в другой раз, я просто хочу вот это видео отмонтировать, да выложить, быстро. А, ну ладно. Так, да, о, блин, динамит начал взрываться, я взрываю этот дом. Че, тогда пойду, наверное. Ну, хорошо. Я там взрываю эту карту и... Сейчас надо ждать Диму, пока он зайдет. Так, ладно, вот там первый паркур я не знаю уже, где был, так что закончим на этом взрывы, наверное, карту все равно бомбанули. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вас Лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока. Если вы тоже делаете, кстати, карты на прохождение, то присылайте их, я или мы обязательно пройдем, пока.